Набережно-Челнинский институт КФУ с рабочим визитом посетил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. В рамках программы состоялось заседание стратегического совета по развитию инженерного образования и передовой инженерной школы «Киберавтотех». Ректор университета ознакомился с инфраструктурой филиала, а также оценил материально-техническую базу института. В ходе встречи Ленар Сафин обсудил с коллегами ряд вопросов по развитию института, строительству новых корпусов, общежитий и лабораторий. Помимо этого, особое внимание ректор КФУ уделил дальнейшим перспективам развития передовой инженерной школы «Киберавтотех». Напомним, передовые инженерные школы – федеральный проект, инициированный Миноборнауки РФ. Школа базируется на территории Набережно-Челнинского института КФУ и представляет собой целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. «Киберавтотех» в партнерстве с КАМАЗом занимается реализацией целого ряда задач – производством программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработкой зеленых технологий машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Маргарита Михайлова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ. Универньюз.